Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Scrapnaut. Мы с вами сделали себе мифриловый сет балдежный, сделали себе балдежное кристаллическое оружие и можем отправляться дальше по квестику. Я думаю, нам с вами нужно взять некий план, который находится вот здесь, в пустыне, поэтому, смотрите, партнемся сюда и вот так вот как раз-таки мимо точечек посмотрим, что в них там имеется. Что-нибудь наверняка золотая, интересненькая, может быть, даже книжки для крафта. Ну и дальше по квест посмотрим, что нас с вами будет ожидать. Сейчас нас с вами ожидает через 2 минутки буквально рейд на нашу базу. Я думаю, мы с вами дождемся тогда уж, давайте, да, этого дела. И посмотрим, кто к нам опять же придет. Но я думаю, что вряд ли будет что-то сверхординарное, так сказать. И после этого уже мы с вами отправимся в путешествие. Сейчас поменьше времени останется, наверное, пойду посплю, чтобы как раз с утра было светло, все видно и так далее. Но я сейчас пока побегаю здесь, позанимаюсь, так сказать, домашними делами. Вон фермерством нужно заняться, например, чем приготовить там и так далее. Ну что ж, понеслась рейд на нашу базу. Сейчас я тут хотел успеть, но не успел, к сожалению, построить еще немножко побольше турелек. Но я думаю, что, наверное, такого количества тоже, в принципе, хватит. Во, ну и, конечно же, пошли. Не, со всех сторон пошли, на самом деле, нормально, нормально. Давайте встречаем их уже. Точнее, встречаем. Ого, нифига, здрасте, а что это у вас? Они разломали нам нашу турельку, которая у нас была сделана из меди. Ох, вы негодяи какие. Ну ничего, 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 давайте, давайте, давайте. Уже ребята посерьезнее, смотрите, прибегают, но тут минус, конечно же, все, потому что хватит ломать нам, слышь? Не ломай нам здесь ничего. Вот надо здесь тоже побольше все-таки поставить это добра. Блин, как же он разломал нашу турель, просто жуть, только гляньте. Так нам помочь, мне кажется, нашим ребяткам немножко здесь развалить. Все, рейд закончился, но мы сами тоже, так сказать, немножко потерпели здесь. Ладно, сейчас будем ставить защиту побольше, получше, так сказать, и все вот это вот. Я думаю, что можно какой-нибудь, наверное, сделать награду, что ли, еще, может быть, даже вокруг нее уже поставить турели. Как-то так. Не знаю, пока попробую так, знаете, чисто по мелочи поставить кое-где стеночки, чтобы у нас загороженные верстачки были, чтобы они сразу там по ним не стреляли хотя бы. Но изначально у нас, получается, пойдет все по нашим турелькам. Так, как-нибудь отгородим здесь тоже все это дело. Ну, главное тоже обзором сильно не закрывать. Все-таки, я думаю, да? Мы спокойно могли здесь тоже, если что, подстреливать. Так, здесь, наверное, возвращать не будем. Я думаю, в принципе, наши эти турели справятся. Ну и довольно много дерева, на самом деле, нужно на вот эти вот тяжелые деревянные стены. В общем-то, ну, я думаю, что ладно. Здесь бы, конечно, тоже еще парочку поставить. Ну, давайте мы, в принципе, сможем сейчас это сделать. Нам нужно только скрафтить доски. У нас, в принципе, есть из чего. Давайте 10 сделаем пока. Ну и деревья тут, в принципе, тоже везде растут. Их, если что, можно порубить. Ну так, хотя бы уголок закрыли тоже сразу, чтобы, знаете, прямых попаданий здесь прям постоянно не было у нас. Ну, тут, если что, мы с вами сможем убежать уже помочь. Здесь, конечно, тоже довольно открыто, но сначала у нас турели тут все равно, в любом случае, плотненько довольно. Прям таки из проводов целая сеть получается уже. Ладно, что ж, нам с вами нужно отчаливать, я думаю, с дома. Давайте мы этим и займемся. Ну что ж, по пути мы сами идем, и тут какие-то места попадаются. Опять замечательные сокровища, наверняка там какое-нибудь семечко, что-то типа того, да. Ну и посмотрим, что здесь есть. Нашли мы сами. О, пещеры, кстати. В пещерах может быть много всего полезного. Так. Тут, кроме всего еще прочего, я заберу вот это добро. Так, не, семена мне не нужны точно, спасибо. В сундучке опять семена, спасибо, не надо, себе оставьте. И здесь еще один горшочек, давайте разберем его, понятно. А вот вниз я спущусь, потому что здесь, да, тут кристаллы, но, кстати говоря, не крас. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Здрасте, что-то у вас тут многовато как-то, не? Давай, бей его. Нифига, у нас по 30 бьет, как больно, жесть. Слушайте, надо не попадаться, так сказать, ему все равно. Потому что, значит, может быть очень-очень-очень больно, неприятно. Так, ну так или иначе, мы разобрали, у нас запчасть, электрический утиль заберу, дерево забирать, наверное, не буду. Утиль заберу, опять же. Грибы не надо. Так, ну тут сплошные эти ребята. Так, кстати говоря, кристаллы еще есть. Кристаллов у нас, в принципе, пока что сами хватает. Надо красных, наверное, подсобрать. Я думаю, с собой можно быть печки дурацкие, в принципе. И... О, вот это мне надо. На самом деле, думаю, синенькие тоже будем. Здрасте, собирать, ядрить, коптить. Но вот ты меня бьешь. Ого, нифига он меня так жахнул. Больно. Давай-ка подхилимся немножко. Давай-ка подъедим чуть-чуть, чтобы сразу восполнить тоже. Так, электрически забираю. Это обычный утиль, наверное, не буду пока забирать все-таки. Довольно обширная пещера получается. И довольно опасная, скажем так. Медяха у нас, кристаллы. Мы с вами нашли это место, да, что, которое открывает у нас доступ еще к одной части. Да, кирками, конечно, довольно быстро разлетелась. Но ладно, я думаю, в пещеру мы с вами еще успеем зайти. Тут мифрил. Мифрил хорошо пригодится. Короче, ядрич.
Не-не-не-не-не-не-не, забей. Я вот так, пожалуй, съем. Чуть-чуть еще и обойдем с этой стороны тебя. Выйдем обратно, пойдем дальше. Ну и буквально здесь уже рядом у нас с вами то самое местечко. Я думаю, что там тоже сейчас будет довольно жарковато, наверное. Но мы сейчас это узнаем. У нас, в принципе, с вами есть молот, есть еще кое-что, что нам с вами может помочь здесь. Так. Ты уже согнулся на меня, да? Чертов шкаф. Хватит бить, меня так больно, блин, жесть. Там еще один шкаф, надо подхилиться, прежде чем с ним взаимодействовать. Так, давай наши дубинки, наши молоты замечательные. Но хил, конечно, такое, знаете, не очень быстро идет и не очень это много на самом деле. Так, электрический утиль забираю. Обычный пока оставь себе, сундуки. Во, это заберу. Не знаю, косточки, наверное, не буду собирать нафигами. Хотя, ну ладно, может, мало ли там, блин, какие-то турели крутые. Томаты нам не нужны тоже, спасибо. Так, зелье. А, у нас с вами, слушайте, я забываю, что с вами есть зелье защиты еще, к общему прочему, но... Каждый раз... Опа, нашли план. Каждый раз тоже юзать его не очень хочется. Все-таки хочется оставить его для каких-то более, так сказать, серьезных вещей, типа там налетов и так далее. Так, консервы. Давайте посмотрим, что здесь косточка. И забираем вот эту штуку. Да, все, угомонись. Нашли мы с вами чертеж. Постройте нефтеперерабатывающий завод. Теперь у нас нужно построить. Так, электрический утиль забираю. Обычный утиль, электрический утиль. Да подожди, не бегай за мной, дружище, не бегай за мной. Сейчас я немножко здесь полутаюсь и все, и уйду. Не буду тебя беспокоить. Так, здесь понятно. Ничего дельного нету. Какой же настырный, блин, шкаф, слушай. О, это мне надо. Забирай. Ну давай, иди сюда, у нас вроде так более-менее здоровье сейчас есть. Если что, мы тебя поколотим. Так, ты там к нам не подходи. Давай, забираем электрический утиль, забираем вот это добро, ну все. Ну давайте посмотрим, что такое за завод там у нас. Тут. Так, где он? Постройте, я же забрал. Чертеж, но у нас почему-то его нету. Навигатор, может, это здесь? Нету. Здесь? Нету. А, игра, у меня к тебе вопросики небольшие. Может быть, здесь? Ха. Интересно. Может, он только в пустыне строится? Давайте попробуем, посмотрим. Так, у нас база здесь тоже есть так-то. Что, в общем-то, не проблема. Так, ну-ка, здесь сейчас я немножко бить буду. Все, молодец. Так, нужно электрический утиль тебя. Давайте смотреть. Ну, если так, то, конечно, да. То, конечно, да. Так. Похоже на то. Рафинированный завод. Два моторчика нужно, два чипа надо и... 5 медях. Блин, плохо, что там не показывают рецепт. Так, мне там точно нужно было 2 синих чипа, я помню, да? Давайте сделаем. Там надо было 2 вот этих вот малых генератора, вроде как. Вроде малых. Надеюсь, что малых. Сейчас с ними тоже сделаем, давайте быстренько. И вроде как медяха. Так, сейчас я заберу, здесь переплавлю тогда. Слушайте, ну раз такое дело, нам бы, конечно, может быть, даже базу стоило бы перенести сюда тогда, в эту точку. Мы как бы можем это сделать, если мы даже здесь все сами разрушим, то нам отдадут все части, которые мы с вами потратили, и мы сможем просто переставить, грубо говоря, их туда, блин, постоянно носить. Ну, а с другой стороны, еще у нас там будет теперь завод, который здесь не строится. Я думаю, в принципе, это будет как выход. Ладно, пока давайте наплавим, сейчас туда быстренько телепортнемся, попробуем там поставить все, что хотели поставить. Глянем еще на этот заводик, что он себе представляет. И так уж мы будем часто им пользоваться. Ну, так-то мы можем и 2 базы оставить, на самом деле. Слушайте, а вот это же, наверное, кактусы как наверное, деревья, я так понимаю. Ты это на меня, что ли, не понял? Ну иди сюда, давай, сейчас будешь гребать. Так, ладно, соберу себя утиль. Давайте смотреть, значит, завод. А, я не... А, 2 больших мотора, конечно же. Я вот еще насчет посадок не уверен, кстати говоря, в пустыне. Будет ли там все это расти? Хотя у нас полив-то есть, конечно, но... Ну давайте делать, вроде все есть у нас. Так, 2 штука, спасибо большое, все есть. Так, мы с вами еще раз на эту базу давайте. Ну, как минимум, здесь можно было, я думаю, поставить тогда, знаете, еще домик, еще, чтобы можно было бы спать тоже здесь. Ну ладно, сейчас разберемся. Так, значит, мне надо завод. Теперь у нас с вами все есть. Да, все есть, и можно подпитать его тоже здесь. Здоровенный довольно-таки получается, кстати говоря. Так, как бы тебя повернуть, не очень понятно, в какую сторону. Ну, давай так, допустим, повернем, если можно переставить будет. Так, вот здесь не ставится. Кстати, здесь тоже не ставится, вот здесь можно ставить. Ну, давай, ставим. Вот, завод есть. Так, что тут у тебя у вас? Запустить двигатель нам просят. Я так понимаю, запустить двигатель, который, да, здесь, внутри. Нам с вами здесь нужно делать рафинат. Пустой бак нам требуется. Пустой бак мы с вами могли крафтить. Ну, может быть, оставим здесь просто этот завод, тогда да и хрен бы с ним, да? Просто будем прыгать между базами, да и все.
Пустой бак, кажется, можно было где-то здесь крафтить. Угу, он крафтится из меди, железа и утиля. Угу, хорошо, железо есть. Ну, давайте сделаем один, наверное, я не знаю, сколько там нужно, нам сами нужно быть. Или надо будет что-то еще, может быть, бак позволяет хранить масло и воду. Ну, допустим, я бак делаю один, сейчас проверим. И сразу... Что такое? Ваша база опять? Ну, у нас сейчас все готово, по идее. Давайте пока забьем сейчас на этот налет. Просто отправимся сюда сейчас. И посмотрим, что с баком можно будет сделать. Так, мне нужен бак мой пустой. Вот он здесь у нас есть. Поехали смотреть. Так, ну что, 4. Вот у нас бак, и мы сюда его. Пошло дело. То есть, я понимаю, из ничего будет производиться, да? Просто будет потихонечку производиться, и все. Ну ладно, я типа не против. Хорошо, пускай производится. Сейчас сделаем, портанемся обратно, добьем, наверное, еще один налет. И пойдем дальше по квестику сюда уже. Вот сюда. Открывать ворота, я так понимаю, дальше. Это еще где-то как будто бы под водой что-то есть, или что-то такое непонятное. Ну, посмотрим, что за территории. Так, давайте, сейчас почти готово. Опа. Забрали масляный бак. Все, вроде как. Давайте пока сейчас на базу, на секундочку, да, отобьем опять же там налет. Ну, начинается. Давайте, так сказать, в руки. Я сейчас даже, наверное, выпью зелье защиты. На всякий пожарный, мало ли. Нужно будет защититься. И начнем. Поехали, оп. О, и правда, смотрите, нифига себе, даже вокруг такая сфера появляется. Хотя, здесь сейчас самые, по-моему, обычные ребята прилетели вообще. Чё? Игра. Да чё? Я что, зря зелье защиты пил, что ли, получается? Ну, выходит, что так, да? А, нет, вот, вроде тут. Ну, она довольно быстро исчезает так-то, кстати. Давайте-ка поедим маленечко. Но как же мы их разносим, просто жесть. Как же мы их разносим? А, все? Ну, вот и все, видимо, да. Это было довольно неплохо. Наши троллики справились, молодцы. Так, ну ладненько, давайте отправляемся сейчас туда. Бак с собой взяли. Кристаллы, кстати, надо выложить. Эти синенькие, они мне точно не нужны. С собой оружие у нас имеется, что еще имеется. И разве что, может быть, кирку еще одну взять на всякий пожарный. Мало ли, что-нибудь прям супер крутое найдем. Так, явно не в оружиях, надо сказать, надо в орудиях. В ящике порыться здесь. На, у нас кирки есть. Давайте еще одну возьмем. И прям сюда сразу плетим. Сейчас будем с вами двигатель запускать. Некий. Наверное, надо сразу в руки взять, да? Я полагаю, что так. Так, у нас с вами есть золотая. Что там? Медная. Это ты кто? Это Расти, окей. Здрасте, здрасте. Так, все готово. У меня есть. Вот, пожалуйста. Бам. Все, сработало, открыт, отлично. Давайте с ним поговорим. Отличная работа. Спасибо. Мы можем продолжать. Подожди, несколько часов назад я услышал тревожные звуки. Другие роботы? Не знаю, но это что-то большое. Вернись ко мне, когда будет безопасно. Будь осторожен. Ладно, звучит не очень безопасно. Новое задание, опасность. Проверьте выход. Так, а ну-ка, что там у нас? Проверьте выход. Ладно, проверим. Наверное. У нас с собой зельки, если что, есть. Есть. Я возьму даже с собой дубину нормальную. Или какой он нам говорит выход проверьте? Это выход проверьте или нет? Или нет выход проверьте? Укрытие. Что за чё укрытие? В смысле укрытие? А? Так, ну я вижу всякие штуки, сейчас только сейчас сначала книги возьму. Снаружи. Я что-то не очень понял, про что он сейчас говорил, честно говоря. А, о, босс. Босс-вертолет, надеюсь. Так, сейчас я тогда проемся, так сказать, как следует. Ну, поехали. Где ты? Камера. Ух, ядрить! Ядрить! Ты чё? Ты чё? Он сейчас будет что-то делать нехорошее? Что-то встал. А, нет, он сейчас будет что-то делать нехорошее. Ой-ой-ой, у нас совсем мало хп, надо пить, надо есть. Так, сейчас. Зельки, наше все. Пошло дело. Ау. Ну нет, это было легко на самом деле. Это было легко. Хорошо, а что, с тебя ничего не выпадет даже или выпадет? А Е13, что это, беру. Непоходимая кирка. Не зря я ее взял, блин, как чувствовал, слушайте. Даже не одну взял. Так, ну давай. Сейчас сломаем тебя, АЕ-13. Что с тебя выпадет?
Куда улетело все мое? Так, золото. Одна медь, один кристалл. Ну, конечно, что-то такое, если с тебя лут, на самом деле, босс. Мог бы быть и по, скажем так, нажористи, ну ладно. Так, ну тут еще есть что подзалутать, конечно, мы с вами вернемся здесь, посмотрим. Все, давайте, наверное, пока край. А здесь что, куда это? Люк. Не сейчас. Понял. Ну тогда идем обратно к краю. А, ты уже здесь, нифига себе. Проход уже безопасен. Большой? Ну, спасибо. У тебя были проблемы? Вы не хотите знать, что... Встретимся на выходе. Пойдем. Вот это диалог сейчас случился, прям вау. Ладно, так. Утиль. Что-то тут больше, по-моему, ничего такого нету. Но потом еще пробежимся здесь. Снаружи, ты понимаешь, здесь? Хочешь встретиться со мной, да? Или где? А, снаружи здесь, ну давай. Окей, сейчас тогда. Блин, камера. Камера, пожалуйста, сделай его, спасибо. Или не здесь все-таки, непонятно что-то. А, блин, видимо, не здесь все-таки. Ладно, идем обратно. Я так думаю, что мы теперь, наверное, здесь можем выйти, да? Так, сейчас я возьму кислородный баллончик. Утиль кристалл, это хорошо, конечно, это потом заберем тоже, наверное. Здесь у нас что? Электрический утиль, давай заберем. Это место копания. Электрический утиль еще тоже давай заберем. Что у нас там вообще по вместимости? Пустой бак. А, слушайте, баки остаются, получается, после использования, балдеж. Можно вообще, получается, заменять, так сказать, таким образом. Так, метеорит, метеоритный слиток, чего? Найс, прикольно. Ну, погнали. Что-то у нас, люк. О, книжечки, это я люблю, спасибо. Книжечки от меня до консервы тоже заберу. Так, утиль пока забирать не буду. Не-не-не, неинтересно. Так, понятно, ничего интересного. Здесь у нас с вами что, в сундучке? В сундучке... у меня ткани это тоже завались. Так, я, наверное, пока это только оставлю здесь. Утиль заберу, бак заберу, это все заберу. Это сюда давайте, это сюда давайте. Ну, немножко хотя бы как-то место освободим. О! Так, идите к выходу. К выходу куда? Там искать его надо или что? Тут-то, блин, заблудиться можно. Так, я... Не понял, опять кто-то вышел? Стоп. Нам куда? А, вот снаружи здесь. Правильно? Ну, вроде правильно, здесь мы с вами точно не были. Окей, сейчас посмотрим. Красные кристаллики, но у меня их много довольно-таки. Для телепорта нужен один, как бы. О, зеленые кристаллики, нифига себе. Еще какие-то дополнительные. Мифрильчик, кстати говоря. Я так понимаю, это наверх. Давайте. Здрасте, а мы где сейчас, получается, с вами? О, мы... Я думал, это вода. Это что, не вода? Это просто какой-то низин, наоборот, каньон, что ли? Так, мы нашли с вами место для базы. Окей. Опасность, идите к выходу. Да к какому выходу там идти? Куда мне идти? Показано, как будто сюда нужно идти. Но здесь же мы были. Да где он там был? Ну, и здесь, кстати, довольно приятное местечко. Платиновая руда. Кстати, есть еще мифриловая. Есть руда здесь. Ну, давайте немножко побегаем, посмотрим, куда это нас с вами... А, нет, все правильно мы пришли, кажется, да? Да, вот, все, нормас. Так, какой-то каньон. Сейчас, возможно, мы про него что-то узнаем. Может быть, у нас с ними здесь будет наша основная база тогда вообще. Вот этот телепорт должен быть, я думаю, да? Обязан быть телепорт. Сейчас посмотрим, давайте. И там я даже вижу, красные кристаллики есть. О, обсидиан. Тут есть, смотри, нифига. О, хорошее местечко. Метеоритовая руда. А, нет, не телепорт, видимо, да? Титановая руда. Обсидиан. Блин, тут прикольно. Но не прикольно, что нет телепорта, я так понимаю. То есть нам с вами, чтобы все попасть, нужно будет как-то сюда, либо куда-то сюда, и потом так... Пу-пу-пу-пу. Хотя мы с вами еще не то место нашли, подождите. Рано расстраиваться, рано. Вот тут что-то есть. Вот здесь. Да, телепорт. Найс. Все, сразу юзаем, естественно. Ой, книжечка, еще ничего себе, какие приятности. Так, утиль электрический. Все, больше мне ничего не надо. Красные кристаллики, не зря я их таскаю с собой. Бум, готово. Все, еще одна точка балдежная около базы. Интересно, а здесь нас атаковать будут? Я думаю, что будут в любом случае, только просто мне особо спамиться здесь негде. Ну да ладно, давайте сейчас Расти поговорим, что там интересного скажет или не очень интересного, но неважно. Хорошее место, кажется, немного безопаснее, чем другие. Может, стоит устроить здесь еще один лагерь? А может быть, стоит здесь просто основной лагерь устроить, как ты думаешь? Я подумаю об этом. Что дальше? Последний кислородный фильтр требует ремонта. Вы можете мне помочь? Да, но немного по-другому. В это время я буду исследовать окрестности. Я вернусь к вам, как только увижу, что воздух становится чистым. Окей, такой, если, конечно, помощничек. Это куда, интересно, наверх? Кислородный фильтр 3, где он? Прям здесь. А это, наверное, здесь, наверх сюда, да? Ну-ка, попробуем, посмотрим сейчас.
Так, пещеры. О-о-о, дышать здесь, конечно, нечем. Враги здесь, наверное, вообще лютые, смачно лютые. Пещера. Но мы с вами можем телепортироваться, если что, в любой момент, так что... Ладно, давайте пробежимся маленько сейчас, чисто на свой страх и риск, как говорится. Если что, мы убежим, надеюсь. Но дышать не то, чтобы есть чем, да. Какая-то еще руда появляется здесь. А, ну мы такой собирали сами. А враги, наверное, я не очень хочу на них смотреть, честно говоря. Я хочу посмотреть, что нужно для кислорода. Так, кислородный фильтр. А ты можешь мне показать, что для тебя... А, сейчас покажет. Два зеленых кристалла. Синий чип. Ну, короче, написано здесь. Большой генератор, платина. Угу. Ну, надо собирать. Надо собирать потихонечку. Блин, здесь место мне нравится, честно говоря. Прямо оно крутое, оно хорошее. Это тут в отдельной локации, в такой. Прям хорошо, мне нравится. Но что мы с вами здесь можем сделать? Мы, конечно, можем сюда вообще все принести. У меня есть с собой топор. Такой себе топор, конечно. А, мне все равно доски нужны, да? Так, а я могу, подождите, верстак? Ну, могу вообще-то. Вообще-то, как говорится, могу. Так. И доски могу сделать, да? Ну, могу, получается, да. Окей, делаем. Место еще хорошо тем, что здесь всякие разные металлы есть. Прикольные титановые, там, руды и прочее. То есть мы с вами здесь все скопаем и получим неплохо так материалов. Может быть, проапгрейдить себя. Прям очень здорово. Я пока еще не уверен, что насчет все-таки спауна здесь врагов, но вот руды здесь прям не то, что прям супер много, но что-то есть. То есть с этого можно что-то получить. Ну, я не знаю, давайте попробуем здесь, наверное, обустроиться все-таки на этой базе потихонечку-полегонечку. Может быть, даже перенесем действительно все сюда. Будем здесь уже изготавливать, производить и так далее. Ну, благо, что, опять же, телепорты есть везде и не составит проблемы куда-либо телепортироваться вообще, в принципе. Еще, конечно же, очень важный вопрос, будут ли здесь нападения, потому что он сказал, что здесь вроде как безопасное относительно других мест, но посмотрим. Так, что мне нужно сделать? Ну, кровать, наверное, поставить для начала, да? Неплохо было бы. В общем-то, кровать мы с вами могли поставить. Что там делалось? Кровать. Ткань нужна. Ткань у нас с вами здесь нету, конечно же, да? Ладно, пока здесь такой ящичек сделаю общий, чтобы хоть что-то здесь оставить. Можно было... Телепортируемся тогда сюда за тканью. Сейчас возьмем... Тут, конечно, можно и пол сделать, но на пол требуется аж 4 доски на одну, один такой сегмент. 2 на 2. И, собственно, камни еще. Я думаю, что мы с вами без пола обойдемся. Довольно простенькая кровать, но зато как бы выполняет свою функцию. Думаю, начнем с переноса самого главного, это с еды, естественно. То есть огород, сейчас все это дело здесь разберем. Да, отстань от меня. Разберем и туда. Пускай там потихонечку растет тоже. Ну и потом уже защиту все тоже, я думаю, отнесем. Надо будет все ящики, все это дело тоже туда перенести. Так, нам такого хватит добра. Сейчас здесь поставим, значит, поливалку. И, я думаю, здесь поставим как раз ветротурбину, да, нашу с аккумулятором. И можно будет заодно еще немножечко защиты здесь поставить, пару пушечек. Будет сам эту. Так, поливочная машина у нас идет сюда как раз. И здесь сейчас мы с вами будем ставить. Мельницу поставим ближе к огороду, я думаю. Здесь поставим аккумулятор. Как раз затягивается до туда, отлично, все. Можно высаживать, ну и потом уже... Турельки здесь у нас с вами тоже поставятся, я думаю. По кругу будет хорошо. Ну что ж, нам с вами здесь нужно также поставить много-много ящиков, хотя бы временных, да, чтобы можно было все сюда потихонечку перетащить. Ну, если мы так и сделаем тогда. Три ящика еще здесь есть. Я все, блин, летаю между базами, ожидая, когда же атака начнется очередная, что-то пока не начинается. Как-то немножко, знаете, напрягает даже, потому что скорее бы уже прошла, тогда точно было бы время после этого, но не хочет она ни здесь, ни там что-то пока начинаться. Так, ну, может быть, сейчас что-нибудь изменится, уже как бы день сменился и... Атака, может быть? Нет? Нет? Не хочешь? Слушайте, ну пока как-то тихо, подозрительно. Я сейчас даже все успел сюда сундуки принести, поставил верстаки. Тут у нас уже огородик уже, как видите, даже можно собирать. Осталось только всю защиту сюда перегнать, в общем-то, и пожалуйста. А, ну и, естественно, поставить печки. Ну, конечно, я так и знал, что сейчас как начну только здесь оборону убирать, в частности, убрал здесь... стены, и вот сейчас налет будет. Но, знаете, лучше пускай здесь налет, потому что у нас с вами здесь куча турелей стоит, как минимум, да? На той базе у нас пока с вами только одна медная, да, защищает, и больше пока ничего нет. Но, так или иначе, у нас с вами есть 3 минуты вообще, чтобы отсюда слинять, на самом деле, можно, наверное, забить будет, я не знаю. Что у нас тут с вами, кто нас с вами еще будет трогать? Ну, либо, наоборот, переживем здесь, просто пока подождем, и потом уже отправимся. Так, у меня с собой есть что-нибудь сейчас? Ну, могу пока перенести туда, да, давайте так и сделаем сейчас. Сюда телепортнемся. Довольно удобное местечко, опять же, потому что телепорт рядом. Буквально из него выбежал, и вот уже тебе и база. Такс, давайте, да, значит, что у меня еще там есть? Сейчас дерево с собой взял. Ну, можно сразу заборчики поставить, на самом деле, как я хотел. Здесь загородить, а потом уже так вот по периметру расставлять наши башни.
Немножко стенок здесь что-то же добавим, давайте, чтобы загородить хотя бы наши сундучки, чтобы на них сразу все не летело, да, вся эта гадость. Я вообще думал дом побольше, на самом деле, сделать, может быть, а может и не надо, как бы стоит, ладно, потом опять же. Здесь печки, наверное, сделаем тогда с вами, тут еще турелик напихаем, будет прям вообще хорошо все. Так, я сейчас хочу кое-что посмотреть, допустим, если я поставлю ветряки здесь, но они рядышком совсем не ставятся, конечно, ставится ветряк здесь и вот здесь, да, допустим. Где-нибудь аккумуляторы вот здесь закрытые сделать, здесь пушки еще поставить как-нибудь, чем типа того. Но, а ты не будешь мешаться мне брать? Хотя, не, вообще не мешается никак. Окей. Да, и в принципе здесь дотягивается как раз, я хотел это загородить, тоже закрыть все целиком вот так вот, чтобы нам только, допустим, проход был здесь. И здесь мы с вами еще сможем много-много турелек ставить. Здесь, допустим, здесь также сделать как-нибудь поставить. И по всем углам так если сделать, мне кажется, будет нормальная тема. Но для этого нам с вами нужно много дерева, если мы хотим из дерева этот забор делать все-таки, да? Так, давайте мы топоры возьмем тогда сейчас еще. Топоры. Вот этот возьмем, давайте сразу несколько, потому что они быстро довольно сломаются, я уверен. Так, а ну-ка, давайте, допустим, я ставлю здесь так. Поворачиваем, ставим здесь. Ну, наверное, нужно оставить все-таки проход к ней, чтобы был у нас тоже. Сейчас постараемся, попробуем сделать. Так, мне нужен аккумулятор сюда, ставим, допустим, его, да? Соединен как раз, и вот здесь турели. С этой стороны сделаем, если, допустим, так же. Так, сейчас попробуем с вами. Опять же, я не уверен, вообще нужна ли здесь защита. Может быть, не нужна. Будет ли здесь нападать на нас кто-то вообще. Но сделать-то как бы нам с вами никто не запрещает. Правильно? Правильно. Так. Давайте мне еще вот этот ветряк поставить. Вот здесь могу? Могу, в принципе, да. Точно так же ставится. Даже могу ближе поставить. Но ближе делать не буду. Нафиг надо. Так, аккумулятор ставим тоже здесь, и здесь как бы тоже еще турельки у нас не получается. Ряд, скажем так, да? Нам нужны слитки тогда, у нас же есть, я, по-моему, принес все уже. Железно, если делать, у нас не так их много, но на две штучки хватит буквально, на две турельки. С каждой стороны по одной, допустим. Поставим, если... Так. Давайте мы сюда железную турельку. Даже можно подальше ставить, ну, как на самое большое расстояние, так сказать. Только возможно. Или наоборот, поближе делать к стене, да? Как вариант. Чтобы здесь охват, если тоже был такой. Угу. Ну, можно и так поставить. Можно и так. Вот так просто. Тук-тук-тук-тук-тук. В принципе. Так, давайте одну сюда и одну сюда пока бахнем. Вот так вот чисто. Вот такая защита у нас здесь будет. В общем-то. Да, если что, я думаю, можно и закрыть на самом деле стенками. Потому что нам так зачем сюда проходить? Если что, мы с вами сможем, я думаю, убрать. А стенки-то не помешают. Они, наоборот, будут защищать. Мы с вами так закрываем это все дело, да? И здесь то же самое, только нам не хватает досок. Ну, вот так да, оставим, как раз. Если даже будут по ним стрелять, то как бы сначала, я так понимаю, буду в стенку лететь. А соединение это никак не мешает вообще. Ну, балдеж. Ну что ж, у нас именно здесь сейчас нападение тоже будет на нашу базу, да? Давайте мы будем отражать. Я могу поспать? Ой, я даже во время нападения могу спать, класс. Ну, давайте, громите. Мне все равно сейчас больше ничего не нужно будет. Как же они обстреливают? О, крепкий, смотрите, капец, он очень крепкий. Офигеть. Давайте поможем нашим ребяткам. Отвлекаешься на меня пока? Жестянка. Но он нам помог на самом деле, потому что... потому что там все надо разбирать, все это дело. А что за... А, все развалилось, окей. Ну все, справились, отлично. Так что мы можем с вами здесь все собирать, я думаю, и нести на базу, и там уже укрепляться. Ну все, здесь мы с вами разобрали целиком и полностью. Это забираю, это старая моя броня нафиг мне не нужна, в общем-то. И давайте... Сейчас там где достроим, то достроим. Но, конечно, здесь не хватает немножко дерева. Сейчас надо будет дерево пособирать. Даже, может быть, там лучше собрать, потому что я здесь не хочу особо вырубать, хотя я так уже дофига все вырубил на самом деле. Вот пеньки убрать, но чтобы просто нам достроить забор так до конца. И будет прям балдеж. Здесь тоже башню потихонечку застроим, это все уберем. И будет красота, я думаю. Здесь я тоже еще башню поставил пару штук. Здесь, в принципе, сейчас тоже по-другому сами сделаем. Отсюда надо будет убрать. Ну, точнее как, может быть, это здесь оставим. Так, да, допустим, и отдельно просто еще сделаем. Здесь еще мельницу поставим и уже... Отдельно на башне их пустим, посмотрим. Так, ладно, здесь печки поставили, все хорошо. Сейчас, по идее, должен... Правда, захватился здесь еще тоже мельница. Ну и ладно, ничего страшного, там вторая тоже подпитывает. Так что, я думаю, нормально будет все. Ну что ж, и нам с вами надо, как я уже говорил, достроить стенки там, сделать это оборону такую. Может быть, я не знаю, может быть, тут вообще плотно стенку сделаем. Я вот не уверен, ходит ли насквозь нее, или они ищут все-таки места, где можно войти. Если места, где можно войти, то прям как раз вообще балдеж. Там везде застроим, и будет буквально там раз, два, может, три входа сделаем, посмотрим. Вот, друзья, ну что ж, мы сегодня закончим. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте комментировать, жмите на колокольчики, как всегда. С вами увидимся, всем до скорого и пока-пока.